5. Хорошо. Музычку. Один подход. Холостой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Короче, взял магния. Это, который магний B6. 3000 выпил. Ну, надеюсь, сегодня нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Вообще есть существенная разница? Платформу жать или приседать? Есть. Можно, в принципе, еще платформы накачать мои. Может, если они тебя предрасположат, может, чем угодно, в принципе. Можно пистолетики накачать. Мне вот платформа ближе, чем присед. Наверное, как и всем, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Судорога хватало, получается, вот тут. Да капля. Не знаю, что она так вчера схватила. Ну, я пил и ночью, и днем, и утром. И, короче, полпачки выпил этого магния. Не перебарщивай, Туш. Ну, блин, я не хочу, чтобы себе. Раз. Судорога. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Минус от магния — это срачка. Он такой есть, у него эффект. Если перебрать. Там получается, вот это идет магний. Там написано типа магния 600, но в пересчете на магний 100. Я не знаю, честно, какую дозировку там учитывать. Просто вальнул. Пол блистер. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Не успеем мы ноги сделать, да? За год. За год успеем, что за год не успеем, да. За год можно все, чтобы почистить. В таком темпе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Лямки сейчас. Так, гриф — это 15, блины по 20, 55, ребят. Раз.
85. Раз. Два. Три. Четыре. Стопа вот так. Подыши, подыши. Так это у нас 110. Да. 50-50. Давай. 15. Я за бани рад, не держи во мне. Два. Три. Четыре. Тренировку ног все не любят. Чего? Есть люди, которым так сказать заходит. Ну, у кого скелет вроде расположен, приседания, там это. Ну, просто по энергетике тяжело. Ну, тяжелый, потому что давление высокое, все, все тело напрягается, по-любому же это, конечно. У меня один когда-то был знакомый такой, он, когда пришел в зал, бодибилдингом занимался. А у него торс длинный, а ноги короткие. И тебе в штангу надо идти, знаешь, он постарик. То есть он через полгода 240 на 12 прислал, как пружина. То есть вот даже, то есть даже напряжения в спине никакого, знаешь, не видно, блядь, что, блядь, так. И 90 килограмм весит, знаешь, блядь. Я говорю, иди в штангу, блядь, тяжелую атлетику, придурок, станешь олимпийским чемпионом, блядь. Не, я хочу накачаться. Я говорю, что ты хочешь накачаться, у тебя ноги 2 сантиметра. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Добиваем. Добиваем. Работаем, добиваем. Охуеть, блядь. Добиваем. Уже наработался, блядь. Только начали. Ну да. Раз. Давай, давай, поагрессивней. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Ну как? Более-менее. Хожу. Я шутил. Стою. Давай. Раз. Два. Три. Четыре.
5. Хорошо. Ну, нормально. Присед я уже. Плохо потяну. Я такую установку с таким весом не делал. Как это делал, когда еще натурально занимался? Мне было лет там, 17. Тогда да, становую делал много. А потом грыжи. И закончить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Фу. Ну, прошлая тренировка ног прям не задалась мне. На 10 пятер. Да, я... Ну, слушай, она у всех не задается после 6 лет. После тренировки еще лежал. Забивайся. Два часа. Такой. Кислородное голодание еще было. С непривычки окисления, блядь, пошло. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Удобно ли выше поставить? Стопа напусти. Вот так, попробуем.
Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Добавил меланотан, перестал сгорать. Опять загорел, опять темнее потихоньку. Потому что для мышц как бы полезно, да? Полезно. Раз, два, три. Это все двадцатки, да? Да. 5 и 4 двадцатки. Сука. 3 на 2 180. Форму поочередно, каждой ногой не практикуете? Практикую, но не в этом, когда набираешь, то смысла нет. Когда проработать можно, блядь, там. Чисто под разными такими углами. Не надо гибнуть, ноги выкручивать себе. Это где-то насмотрелись в модных залах, вот эти ноги себе выкручивают, пускай выкручивают дальше. Ровно, да? Ну, конечно, блядь, ну, блядь, блядь, у тебя тело предрасположено, так ноги съебать или что? Ну, да. Давай. Раз. Два. Было у нас 11 блинов, 220. 250. Кого-то платформ много жал, под 400. Двести семьдесят получается. Фу. Ну, еще от темпа зависит, конечно. Если в таком темпе работать, вес большой все равно не будет. Просто ребята же думали, что мы тут кроссфитом занимаемся. Я когда начал веса освещать, мы же не показываем. А там, оказывается, режимы вверх по 130, да, ребят? С передышками 20 секунд. Ух.
Ой. Встань, покажи. Все. Не, не могу. Это у нас 25-ка. 95. Давай. Ух ты ж, как забились уже. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, это 320. Вот сейчас мы во время ходьбы отдыхаем, да? Ну да. Ты просто когда лежишь, там она никуда не двигается, бля, кровь, поэтому надо немного. Чтобы она под гравитацией все произошло. Работаем? Да. Молодец, раз, два, три, падай, четыре, пять, ты дышишь как? Набрал воздух, и сел, и ты по вверху, ты выдох. Вот там вверху, а мне по пути три раза дышишь, потому что долго еду. Долго едешь? Набрал воздуха, запер, пошел вниз с этим же воздухом вверх, и только вот здесь, опять здесь набрал, опять вниз, бля. Надо немножко темп быстрее делать, чтобы не задохнулся. Чуть быстрее делай, не тормози. Так взрывная сила уже закончилась, еще там? Да, конечно, закончилась, только нахер у него уже все закончилось. Тренбаллон закончился. Понял? Давай, набрал воздуха и пошел. В рот воздуха пошел и пошел вниз. И только здесь выдохнул вверху. Два. Выдыхай позже. Вот здесь. Три. Четыре. Пять. Фух.
Во время тренировки ног возникает сразу столько причин, чтобы закончить подход. Тысяча оправданий сразу. Да, чтобы не делать подход, чтобы закончить. Давай. Решай, давай. И вверх. Вот так не надо. Вот это оно. Давай. Три. Долетает просто. Четыре. Вот так надо. Давай. Пять. Еще раз. Ну, получается, ноги качать начали только потом. В 96-м году только. Просто такой бицепс бедра огромный. Как его так раскачали? Из-за тяги. Тяги. Сгибанием мне ничего не помогало. Потому что когда надо тяжелую тягу делать, и много, выводил день, блядь, нахуй, отдельно. А зад бедра вывел в день плеч. И получается, сначала делал зад бедра, потом делал плеч. И второй день, когда с ногами шел, у меня все равно шла, ну, зад бедра. То есть два раза зад бедра шло. В неделю? В неделю, да. Он как тянуть много стал, тогда, там рабочий вес уже был в районе 260-240 уже. И вот тогда начал, потому что ягодичная у меня короткая мышца, и всю работу забирал. Весь бедра. Значит, а вот толщина ягодичная не утолщала. Оттягивай. На работу, да. Раз. Два. Я такую накачку зада бедра больше чувствую от становой тяги, чем от сгибания. Так наливает ноги. Вот после становой тяги я просто уже захожу сзади, мне чувствую, что что-то как раньше, как будто шарами что-то надули воздухом. Вот именно после становой тяги. Поэтому... Ну, с прямыми смысле. Ну да, поэтому акцент все время делал больше на нее. Ну, сгибал много, в принципе. Где-то три упражнения на сгибании, и, ну, все равно стаговая там шла от 5 до 6 подходов. Все. Тоже не любил становую тягу, но как начал делать, в принципе, заходило вот именно, знаешь, было приятно ее делать. А сначала, да, нахуй надо. Знаешь, какое-то лифтерское упражнение, думаю, да, а потом, блядь, так. Она и широчайшая, блядь, продавливается хорошо ей, блядь. Делаем. Да. Запри воздух тоже. Не расслабляйся. И вверх! Вот так раз. И вверх! О! Давай! И вверх! Еще! Четыре! Еще делай! И раз! Ай, блядь! Давай! Ай, сука! Ай, блядь! Ну я тут уже мог назад поехать. Да, на три будем делать. Последний я прям уже не знаю. Я не чувствую, что я делаю. Главное делаешь. В глазах. Мультики. В конце прямо так становишься и поплыло. Мультики.
Там кто-то вечно лазит вверху, да? Акробат. Акробаты. Пока что у меня самое комфортное, это плечи и грудь идет. Ну, то, что ты все время делал, то тебе идет, блядь, нахуй. Ну, плечи я не делал в основном, просто мне это легко делать. Ну, когда грудь делаешь, плечи все равно участвуют, там, что там сложного, блядь. Толкательные все движения, блядь, да и все. Трицепсы, блядь, делал, блядь, грудь делал, блядь. Оно подключается все, куча, блядь, поэтому. Сколько там еще сделать? А? Сколько еще нам сделать? Не знаю, сейчас на три будем делать. Как пойдет? Хочу еще поработать. А? Вес? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. 160. Давай, соберись. Легко. Я же буду делать, пока нахуй не сложу. Это хорошо. Это радует. Суть в том, что мозг понимает, а тело, оно может отказаться. Я там буду давить голову. Суть все от головы идет. Если головой не сдаешься, то делаешь. Ты можешь даже не чувствовать, что делаешь. Оно чуть идет, идет, да? Не особо, ну, не помогают. Они как эти, как эластичные бинты. Чисто сало. Чуть-чуть сустава снимать нагрузку. Это ж не то, что мотает себе там до крови. Я видел, как лифтеры мотаются. После одной замотки так вот в крови все. Ну, Саш, но не для результата мотает, они ж не просто мотают, для того, чтобы сохранить там что-то. Чтобы присесть больше, чтобы там амортизация была, блядь. Так выпрыгиваешь у них вообще. Когда-то мотнули. Спокойно, 200 выпрыгнул. На спине потом пизда, конечно. Делай. Да. Чувствуешь, что уже конечный, последний. Тело как будто говорит, ладно, на тебе чуть-чуть сил доделаю эту хуйню. А когда ты думаешь, что у тебя впереди еще 8 повторов, то тело уже сопротивляется. Фу. Еще надо пожать. Пожмем. Пожмем. Сейчас расскажу.
Ноги низко. Ага. Вот он. Да. Мягенько. Все, вверх пошел. Раз, не спеши, выдавливай. Два, вот так. Три, хорошо. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, еще шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Хорошо. Сейчас уже дожжение, да, немножко? Ага. Ах. Накачаем уже туда, бля, чтобы она фасция раздвинула. Ах. 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 Фу. Фу. Ой, хорошо хоть поддувает. Да, с Валерой договорился за 200 гривен. Я говорю, включи вентилятор. Не могу, он дохуя электроэнергии. 200 гривен, блядь. Включи, пока я работаю. Все работает. Поехали. Пятый. Раз. Выше. Два. Вот так. Три. Давай. Четыре. Еще. Пять. Еще. Шесть. Еще. Сука, не идет. Семь. Еще. Не идет. Восемь. Еще два. И раздет. Держи. Такой мотыльком жать. Вот так лапки поставили, блядь, и колени в стороны туда, блядь. Мотыльком, блядь. Ой, блядь. Фу, блядь. Ой, тут жесть. Ой, блядь. Я даже не лежать больно. Сука. Мотыльком, да? Да. Стал пятый месяц, носки в рот в самом верху. Вот не, ноги вместе. Ноги вместе. Выше. Вот так. Ноги вот сюда уходят, понял, колени. Потом выпрямляешь. Поехали. Опа, и расширяй больше. Вот и вверх, давай. Поднимай. Два, максимально. Да. Вот так, давай, выше поднимай. Три, выше. Давай. Четыре, еще. Пять, еще давай. Давай. Шесть, надо два. Ай, блядь! И раз! Ой, блядь! О, сука! Ой, блядь! Вот конец изнасилования происходит какой-то. Ай, блядь! А что тебе вначале его поставить? Ты же этих пять блинов, блядь, будешь гайдать полдня, блядь. Да, в конце, блядь, нахуй, видишь. А то ж. А большой вес тут можно травмироваться. Ну, да? Конечно, порвешься нахрен где-то, блядь. Собака. А, воду. Давай. Не, ноги вместе. Давай, колени в сторону ходят. И пошел. Раз. Вот то, что мне надо. Два. Хорошо. И еще. Еще!
до водички поход. Него кабанчика, бля. Кабанчика. Давай, блядь. Пиздец. У меня есть ноги. Да, пошел. Глубоко и широко. Вот так, раз. Мягко, не бухай. Два. Три, хорошо. Четыре, еще. Пять, еще. Шесть, два. И разочек. Все, свободен все. Сегодня. Все, не знаю. Да, блядь. Фу. Ладно. If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up.